Общение ценно само по себе, когда есть новости, которыми стоит поделиться, есть желание помочь или даже удивить. По сути, это первое знакомство ребят из молодежных центров с подопечными пансионата «Опора». Сейчас золотая осень, да? И чтобы вам стало более ярче, более веселее, да, мы исполним для вас несколько концертных номеров. Номера по-настоящему зажигательные. Фаер-шоу также популярно и в любом возрасте. Но в первую очередь хочется вспомнить песни молодости. Те, что, кажется, были всегда и будут еще для многих поколений своими. Неувидаемая «Вологда» в исполнении Вадима Королева навеяла много воспоминаний. В пансионате развлекательные программы проводятся постоянно. Управляющая пансионатом Галина Степаненко считает, что такое общение – это лучшая терапия. Людям есть что сказать друг другу. Что значит пожилой? Человек, который пожил, который видел жизнь, да? Да. Который много знает. Многое на своем веку повидала чемпионка Европы по волейболу Людмила Михайлова. На ее молодость выпал золотой век советского женского волейбола. А Зоя Мясникова всегда увлекалась искусством. Здесь почти все время отдает стихам. Подруг, очень много подруг. Я тут познакомилась. Девочки хорошие, девочки, которые за нами ухаживают. Пою, пишу стихи. Стихотворение несколько штук написала. Конечно, скучать здесь некогда. Потому знакомство с новыми друзьями обещает перерасти в дружбу. И значит, будут новые встречи. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый Мытищинский.